Первый 10-нанометровый процессор Intel Cannon Lake на днях засветился в бенчмарке C-Software Sandra. Название модели Intel Core i5-8269U. Она будет иметь 4 ядра и до 8 потоков. Базовая тактовая частота процессора будет равна 2,6 ГГц, а буст-частоту можно ожидать в районе 4. Кэш третьего уровня равен 6 МБ, а TDP, скорее всего, будет равен 15 Вт. В базе также не сказано о видеочипе, но, судя по информации ранее, в Cannon Lake будут ядра iGPU 10 поколения. В бенчмарке Sandra модель 8269U приблизительно сравнима с мощностью десктопного i5-6600K. Учитывая TDP 15 Вт, процессор составит отличную конкуренцию для ноутбучных моделей Ryzen.